Бүйтіп алтыннан шығып келе жатсам, мына жерде жасау, бесік жасау толып тұр. Мына ойыншықтардан бастайықшы. Нешеден шамалап айтсаңызшы, мынау осынша, мынау осынша деп. Мыналар 19-дай. Аха. Мына 7.5. Мына 9.000. Бұл ходунок па? Ходунок? Ходуноктар 13.000-нан басталады. Аха. Мына 12.000. Мына 12.000, иә? Иә. Мыналар. А мынаған уже 12.000 деп қойыпты оғанда. Мхм. Велосипедші? Еліктер 13.000. А качелеші? 20.000-нан, иә? Аха, кішкентай балаға. Так, мына бесік жасауын сұраған кісілер бар еді, есімде. Енді бір бесіктің ішін ашып көрсетейік, иә? Мына жасыл ғой енді. Осыны бір көрейік. Шүмегі бар екен. Аша беріңіз. Шүмегі бар мына. Шүмек па? Бұл бәсе, что-то ана сквозной емес та, мына ұстағыш екен. Бірақ ішінде шүмегі түбегі бар, иә? Ашып көрсетсеңші, мынау жағы астына төселетін матрасигі, иә? Аха. Мынау жастықтары, енді білесіздер, біреуін алып қойсаңыз болады, немесе бүйтіп қойсаңыз болады, баланың ірілігіне қарай ғой енді. Сосын аха. Түбек береді. Бұның бағасы қанша осы тұрысы? Бесігімен, бесігімен. Бұлар 38 мың. Мына бетіндегі жапқынымен, төсегімен, түбегімен дегендей. Тағы қайсын? Ой, ой, үкісін береді даже. Аха. Ішінде ақ бастай. Мынаның бәрін өздеріңіз тігесіздер, иә? Иә, иә. Мынандай кружевный төсеніштері бар. Мынау жағы қолдарына ма? Иә, ол тартпасы. Тартпасы. Осы тұрысы қанша? Үкісімен. Мынандай жаздық жапқышы бар, қыстық жапқышы бар. Енді аналар, апалар біледі ғой. Бұл да 38 ба? 45 мың осы тұрысы. Ағашы жақсы, былай ұстағанға қалын, боялған, әдемі. Так, кіна түрлерін көрсетіп қояйын. Бәрін үлкендігі бірдей ма? Мынау бір үлкен болып көрініп тұр маған. Мынаны енді жасап жатыр екен, мынандай нәзік тюнімен. Қараңыздар, сапасы әдемі. Білетіндер көретін шығар. Жуға да жеңіл, мыналар қазір баяғыдай емес. Мынандай сәндеп көрі. Кубышка қыламыз біз. Сізде даже мына матадан таңдауға болады, иә? Иә, матасынан. Мына выборлары бар екен, мынау кәдімгі хлопок қой енді. Мынау сәл бәзге ұқсайды. Мынау да сондай. Ішінде полный астарын балаға беті ғана велюр болады да, бұл бесік тойға арналған. Көрінгенде әдемі болады. И қолданғанда астың бәрін хыбыш не істейміз. Жастықтардың тоже астарын бәрі хыбышный. И қаласа полностью хыбышныйлары бар. Күн ыстық ауылдарға, иә? Жазғы дейді ғой енді, жазғы комплект. Иә, бөлек тіктіріп алсаңыз да болады, бәрін бірдей екен. Мына тартпасы бар дайын. Мындай бантикті қойыпты. Осы алтынға қарап тұрған кезде сол жағыңызда 4 бутик подряд осы кісілер өздері тігіп, өздері сата береді. Енді мына летнидің бағасын айтыңыз бізге. 35 мың. Бәрі, иә, ішіндегі жасауымен 35 мың. Ал жаңа қайсын көрдім? Мына үлкенін айтсаңызшы. Олар 35 мыңдықтар. В общем, жалпы 35 мың, иә, бағасы. Енді келесі бутиктеріне барайық. Ол жақта көрпеше, тағы басқа нәрселер бар. Сосын мына жерде тұсау кесетінге. Мыналар нешеден? Арқандар? 500-ден дайын мына тұсау кесуге арналған арқандар. 500 теңгеден. 22 мың. Мына бұрыштағы қаншадан мына? Қараңғылауы бар. Бұл аппарат 24-тен. 24. 24-ке екеу, иә? Екеу ғой. Две көрпеше, то есть казахских матрасика. 24 тысячи. Ну, они на замках, 100%. Кстати, какие нежные цвета.
лиловые, какие-то серые, красные. Есть более такие мужские, брутальные цвета, синие. Подушки есть. Мягонькие. А, внутри готовая подушка. Корпище это у нас называется. То, что стелят под себя. Корпище. А то, чем мы укрываемся, раньше были из шерсти, потом ватные, сейчас из синтепона, одеяло, которыми мы укрываемся, называется корпе. Но, по крайней мере, у нас на юге так. Иногда бывает, кто-то пишет там что-то, что-то, но у нас так. Вот я всю жизнь здесь живу, это корпеще, и то, что мы укрываемся, корпе. Подушки есть какие-то, покрывала, девочки сами шьют. Это уже готовый принт. Это не сшито вручную, как... Кого, как называется? Пэтчворк, да? Вот это уже у нас называется крак. Это со средних веков идет у нас искусство крак. Это есть и у татар, я знаю. Узбеков тоже есть. Искусство называется крак. Шьются разного размера кусочки ткани и потом сшивается изнанка. Обычно такая некрасивая, но ее закрывают типа наволочкой. А сейчас это называется пэтчворк. Вот. Хочу спросить, вот эти коляски, они выглядят как... Ну, у нас такой канал, знаете, мы никогда не говорим, ой, это дорого или это дешево. Я всегда говорю так, это по карману, это некоторым не по карману. Ну, здесь цены демократичны. Если я не ошибаюсь, сказали 65 тысяч. Но это, конечно, не оригинал, но, знаете, у нас же любят это на свадьбу, в подданное, такое все-все везти, вплоть до там... До бутылочки малышу, до сандаликов, до первого класса маечки ему везут. Поэтому у нас, когда дочь рожает, мать и отец дочери везут и коляску, и ходунки, и велосипеды. И даже вот такие игрушечки. И коробки для этих игрушечек, и качельки. И все, что есть, мотоциклы, велосипеды. Поэтому я в первую очередь хочу спросить коляски. Коляски это важнее. Но не сидень деды, чанга аккенс, крапес. А мне послышалось 65. 45 тысяч коляска, она самая высокая из них. Вот. Ой, извиняюсь, закрыла. А на Артнахсе? Тоже 45 тысяч, тоже высокая. Эти уже стоят на подставках, что брать. Вот. Ну, эти такие летние, да, весенние, прогулочные варианты. Там остановку две пройти, там на районе погулять. Они легкие, конечно. Вот это более-менее тоже с чехлом. Ханча? Вот сбис? 35 тысяч коляски. А вот сейчас вы выкатили велик с навесиком. Он почем? Хотем нам? Вот избис? Это 22 тысячи стоит. Ребенок уже сам учится ногами работать. А здесь 35 тысяч тоже с навесиком. Три в одном двигателе. Коляска? А, можно превратить все это в велосипед. А на велосипеде мне сидим, на ельнике, на ханчеда. 28 тысяч. Ну, тут можно до лет 10 даже ездить, по-моему. На лосе? 25 тысяч. Бассейн дел, я вижу 10 тысяч, но они уже не актуальны. Хотя, кто знает, может быть, кто-то подарок захочет кому-то купить. В общем, вот, 4 бутика, это раз, два, три, четыре. Одна владелица, они сами шьют, как видите, швейная машинка. Красиво, аккуратно, ткани хорошие, на ощупь приятные. Даю вам их визиточку. WhatsApp 0736. Пишите по ассортименту, по заказу, сколько будет стоить. Готовые цены я вам сказала. До 35 тысяч. А вот здесь уже золото. Местоположение. А, это занавески, да, я дала? А, перди басхадам, да? А что вы тогда сделали одну вид? Девочки, в общем, то, что я вам показывала, это, оказывается, тюли и шторы. Я же не смотрю, господи. Вот. Это по, да, приданному, по бесикам, колыбелькам. Вот это, оказывается, страничка и вот этот номер. Ну, ничего страшного, по тюли тоже можете кому-нибудь там написать. Я их пока еще не знаю. Все, всем удачи. До свидания. Бернстар, Рахмет.